Конечно, где-нибудь. Полоборота пауза, полоборота пауза. Я, конечно, знаю беспроигрышный способ, Саш. А у меня есть опарыш. Но на опарыше будет задалбывать мелочевка. Вот. На опарыше будет задалбывать мелочь. Откровенная. Прет. Саша прет. А это мелко совсем, что и делать. Не хочешь, бери. Всем привет. На водохранилище у нас рыба ловиться не хочет, поэтому мы выбрались опять на водоем половить тиляпию. Ну, будем пробовать сейчас. Вот Саша уже одну поймал, а у меня от гризли. Гризли. Так, поставил груз потяжелее. 14 грамм поставил. Ну, какие-то потычки есть. Сожрали мою приманку. Ты знаешь, можно пробовать разные. Я и такую, как тебе давал, пробую. И Сашка вообще любит темным фиолетом ловить. Так, сожрали мою приманку, поэтому пришлось поставить опарыш. Лень на берег идти. И у меня что-то есть. Но у меня что-то мелко. Вон садок возьми. Ай! Ай! Ух! Далеко летает. Спиннинг у меня сегодня Азура Савада, мой любимый. А. Оп! Пока поговорил про спиннинг, поклевка была. Где ж крупная-то? Ну, у меня потычки есть. Ну, не активная какая-то. Снял дропшот. Поставил каролинскую, можно сказать, оснастку. Будем ловить каролиной. Слушай, меня там долбит кто-то. Саша поймал гигантскую тиляпию размером с палец. Не, у меня сейчас клевало прям на выбросе. Да не, у меня уже вон перекусили одну. Саша ловит, Саша прет. Почему у меня не клюет? Сейчас я тоже черную поставлю. Может быть, цвет имеет значение. Зимой мы ловили, вот у меня в основном вот эти цвета работали. А видишь, сейчас Сашка и натягает на жареху. Я крайне редко на черные приманки ловлю, но тут... Долбит она ее, прям хорошо долбит. Черенькую. Идет, долбит, сжирает. И какая-то она сегодня вообще неактивная. Тиляпия у нас. Вот. Может, погода меняется, но неактивная. То есть она присутствует, она долбит, но пол приманки откусывает и все. В очередной раз перевязались. В связи с тем, что был обрыв. Оборвал. Да, есть там ракушечники, бывают. Долбит, 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 долбит. Откусили кусочек от силикона. Зараза, а. Долбила, долбила, долбила. И в итоге откусила кусок. Да ё-моё. В воде стоять аж жарко. Вода теплющая. Просто даже вот проблема в забродку ловить, что... Ты между доночниками места можешь просто не найти. Тут я говорю, тут выходной день, вообще пойди приткнись. Оп! Да это что-то мелкое. Еле-еле вел. На улице,
Вот так вот. Зараза. Колючище. Жуть. Больно кыляется. Слышь, ну она вкусная. У нее костей же нет, у нее только хребет. Ну хребет и ребра. А вот этих вильчатых-то нету. Крупной нету. Где крупная? Не, мелочь, понятно, ее тут столько, что она не может не клевать. Оп! Хороший удар был. Крупная сопротивляется так прям, ух, вообще палку гнет. Она как окунь сопротивляется, Саш, да, реально. Спиннинг загинает только в дугу. То есть прям на вываживании вообще мед один. Опа! Yes! И вот это уже можно ловить. Эй, эй, тише. Ну-ка, стой, стой, стой. Я такую должен заснять. Гигантская рыба. Просто гигантская. А я ловил дропшоп. Дропшотом. Вот. Как в прошлый раз заканчивал рыбалку. Но на дропшот почему-то в этот раз поклевок было меньше гораздо. А поскольку пулик у меня не было, я взял просто обычное скользящее грузило, 14 грамм вот. И поводок чуть больше метра. И все, в принципе, ничего не перехлёстывается. Все нормально. Нравится мне этот спиннинг. Головля я им с удовольствием ловлю. Поймал, молодец. Ну, видишь, я говорю, она подходами. Подходит, не подходит. Да не, ничего. Наташке пойдет. Сковородочная, да. Да, ветерок поднимается. Опа! Опа! Есть! Как удильник-то загнуло. Не, она просто на поклевке прям так, такую, с такой подтяжкой клюнула резкой. Мелочь, а с такой подтяжкой взяла. Саша опять поймал гигантскую тиляпию размером с мизинец. Не, ну уже нормально, я доволен. Не, вот эти овнеровские крючки мне очень нравятся. Ух ты, блин! Какая поклевка была хорошая сейчас, а? Саша, у меня откусили. Ну, у меня была поклевка, я подсек и все. Вот зараза, главное, такая подача хорошая была, прям ударчик такой. Я подсек и бжик, и нету. Так, продолжаем. Понужать воду. В прошлый раз мы с Сашкой 0,2 у него был. 0,2, мы ставили 0,2 поводки. Оп, блин. Опять поклевка и мимо. Да ну блин, ну что это? Короче, 0,15 поводки. Плохой вариант. Опять я оборвал. Будем ставить 0,25. Другого у меня нету. Да, вообще две подсечки и два обрыва, это как-то свинство. Есть, есть. Да, мы с тобой это... Ух ты, сошла у меня. На поверхность вышла и сошла. Но у меня что-то какая-то некрупная совсем была. Не, ну по крайней мере ты домой уже не с пустыми руками приедешь. Уже пожарить есть. Чего? А она вкусная, пивка возьмешь. Я первый раз, когда поймал, тоже приехал, пожарил. Вот опять половина приманки нет. Сжирают махом. Вот за рыбалку полная пачка приманок сейчас и уйдет. Вот полная пачка была, осталась одна приманка. Вот так вот. Сегодня клевала на черную. Вот сегодня вот тоже вот интересно, видите, я вот тут думал, что ну цвет не сильно большую роль играет, то есть она думал будет брать на все, что не попадя. А она нет, вот другие цвета ставил хуже, а вот на черную лучше. Сегодня прям вот лучше клевала на черную. Поклевки прям вот на выбросе поклевки. Оп. Так, ну оторвал я в очередной раз всю свою оснастку.
потому что я поставил 0.25, и естественно, что я оторвал уже на зацепе, тонкий шнур порвал 0.6. Ой, посему перевязываться мне уже лень, время 12, наверное, будем собираться мы домой. Ну, а в принципе, что, мы на пожарить наловили, я доволен, Саша доволен, мы оба довольны. Ну, а за сим, как говорится, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте все, что хотите. Мы погнали. Я что-то уже изжарился в этой воде. Ну, сейчас. Саша, браконьер. Почему? Надо отрубать удобно. Ну, что, да. Завтрак на траве. Кофеек, чаек, все вкусности.